мы нарушаем закон. Да, вообще ничего не понимает. В штыках стоит. Тогда я тебя потом и сам вырублю, когда свидетель. Да? Вырубишь меня? Как охранник ваш вырубишь, да? Ну, у тебя камеры не будет. Да, не будет? Правда, что? Я просто знаю, как эти люди работают, поэтому я сто раз видел, просмотрел. А я знаю, как такие вырубальщики, как ты, работают, да? Я сто раз ваше видео. 2 до 15, остальные до 30. Агуша иммунити. Молочный коктейль со вкусом лесных ягод. Или все-таки не защищаешь, просрочка совести-то есть? У меня совести давно уже нет. А книга у вас есть? Отзыв в приложении? Книга есть отзыв в приложении? Какая-то хрень. Честно. Где старший? Зовите старшего. ООО «Агроторг». Здрасте. Здравствуйте. Мы с вами еще не знакомы. Так. Это у вас книга отзыв? Это у вас книга отзыв? Да. Почему она в таком плачевном состоянии? Расскажите мне. Все? Андрей, я отлучусь на несколько... А куда она ушла-то? Ну, нормально, хорошо. Окей. Как ее зовут, которая бежала? Я не знаю, я теперь где работаю. Не могу сказать. Понятно. А кто второй день работает? А? Кто второй день работает хотя бы? Есть только? Никого. Здравствуйте, хотел бы вызвать сотрудников полиции по адресу Вишняковская, 29, магазин «Пятерочка». Там администратор убежал куда-то, на контакт не идет, поэтому хотел бы, чтобы их привлекли к ответственности. Ого. 15, 11, 18. Вот это уже уголовка. Нахожусь сейчас в «Пятерочке» на Вишняковской. В той самой, где охранник Магомед избил человека за то, что он якобы что-то украл. И вот тут купил уже просроченное мясо. Миску. И вот столько детского питания просрочено, детских соков. Вот так вот, это уже уголовная статья. Здрасте. Случилось у нас... Здравствуйте. Случилось у нас почти, только хуже. Мясо купил, просрок, детское питание. В чем уже уголовная статья усматривается? Для детей до 6 лет. Тут есть 15-го, 11-го, на 2 недели уже просрочено. Ну, конечно, зафиксировал. Хотел бы написать заявление, наверное, чтобы участковый подошел. Либо кто-то, чтобы это все изъять. Может подойти сегодня к участковому? Ну, дознаватель, тут следственно-оперативная группа. Вот дознаватель подойдет, да? Да, давайте ручку. Это тоже просрочено, что ли? Да, это я уже вот уже купил. Что они говорят по этому поводу? Да я хотел им это сказать. Девушка пришла, спросила, что случилось. Я начал рассказывать, и она убежала. Ну и все. Логично. Да. А учитывая, что тут на моих глазах чуть человека не убили в тот раз, ну, нормальное поведение, я думаю. Уже нового администратора. Заявление пишет, ждем. Да, сейчас группа приедет, будете нужны. А на каком Потому что у вас просроченный товар. И что? Полиция включит.
Полиция, дело в том, что гражданушка, когда вы убежали, я вам хотел сказать, что у вас детское питание тут просрочено для детей до 6 лет. А есть такая статья 238 Уголовного кодекса, и в том числе усматриваю в этом вот состав преступления. Вот, вы же не захотели со мной разговаривать. Нет, типа, мы нарушаем закон. А. А, нарушители ловить. Это тут, говорят, где тут человека чуть не убили, да, в этой пятерочке? А кто это там такой умный-то разговаривает? Пусть придет поговорить сюда, что? Да. Лучше на 11 номере. Угу. Детей травят. Сейчас будет дурать как хочет. Не, мы не разговариваем. Мы идем не разговариваем. Нет, мы с вами не разговариваем. Нас вызвал человек, но... Не, а вы кого вызвали? Вы же сказали, я сейчас вас сказала. Мы вызвали группу следственную, чтобы она зафиксировала факты все. А, вызвали группу, зафиксировать факты. Группу следственную, чтобы зафиксировали факты. Вообще ничего не понимает. Да. А где заявка? Здесь. Заявление там, да. Все, пожалуйста. Дознаватель выехал. И она в штыках стоит. Владимирович, больше нет просрочек? Только это? Ну, только это, да. Точно? Ну, может, еще есть. Не знаю. Посмотрели? Ну, пока больше не смотрел. В детском питании вроде посмотрел, вроде все есть. Вот это да. Вот это мне как бы... Это статья. А где не снят? А? Где не снят? Там. Там я все выиграл вроде. Нету? Вроде там больше нет. Я почти все посмотрел. Здесь все. Ну вот, здесь все свежие. И сверху прям лежали вот эти. Вот это прям свежие. Вроде да, я там все выиграл. Вот Агуша, надо еще молоко единственное посмотреть. Внимательно. Это просто тут раз четвертый уже. Предыдущий был администратор. Ну это вообще не так. Дети как бы. Да. То, что она так себя ведет, убегает. Нет, 19-я, да. Тут, видимо, после того случая нового администратора поставили, такая же фигня. Думаю, что за фигня? Ну это вообще не понятно. 15-я, 11-я, 17-я. Самое интересное, что за этим следить-то вот мясо купил. Блин, минуты не прошло, вот как я вошел в магазин, я его нашел. Это тоже. Вот только подошел к прилавку, буквально там минута. Это тут проверить весь магазин. Реально, если вот каждый день проверять, то вообще на этом нужно уделять, ну, минут 20 в день. То есть это не прям уж такая сложная работа. Они просто забивают и все. Не, у них-то есть свои эти, которые проверяют их, как они. А вот она и была. А, у нее сзади директор по свежести написан. Все, мы поехали. Все, счастливо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Просрочка случилась. Детское питание. 238-я статья Уголовного кодекса. Детей до 6 лет. Ну да, согласен. Ну вот. Надо бы это все изъять. И легко. И миско. Такое же? То такое же, да, просроченное. Миско купленное. Ага.
администратор скрывается, вины за собой не чувствует. Ни в чем. Шоколад не виноват. И вообще вы бездельники. От вас скрывается? И от меня, и при полиции, тут сейчас при сотрудниках. Охренеть. Это уже, ну, детское питание я тут впервые нашел, а так это уже раз четвертый. Они просто достали. Там чуть человека не убил, их охранник. Предбанники. Внизу? Да. Ну вы видели, наверное. Ну, конечно. По НТВ. Везде. Я не только по НТВ видел. Не знаю, кого чуть не убил. 2 до 15-го. Остальные до 30-го. Агуша иммунити. Молочный коктейль со вкусом лесных ягод. Это администратор. Двух своих ваших сотрудников. Должен сказать, что мы все забрали просто так. Документами их пишем. Угу. Или вообще ничего не забирали, скажешь, придумали все. Не у нас купили. Чек забираем, конечно. Конечно, да. Вот это мы изымаем. Угу. Фамилия, имя, отчество ваше? Вы не трогайте ручками-то. Да, вы что, уже натрогались. Трогали? У вас отпечатки тоже есть? Конечно, отчество. Конечно. Вы? Сафронов. А, нет? Я вас уже писал. А камеру выключите? Конечно. Ну, не верю в это, что она выключена. Андрей. А вы закройте глаза и представьте, что выключен. Сказайте потом, я сам вырублю, когда свидетель. Да? Вырубишь меня? Скажи. Градов Андрей. Как охранник ваш вырубишь, да? Ну, у тебя камеры не будет. Да, не это будет. Говорит. Правда, что? Конечно. Проживаете где? Телефон. Какой, мобильный, домашний? Мобильный. По которому вас можно найти потом. А что мне искать-то? Я ж не скрываюсь. Меня везде найдут. Потому, чтобы вас пригласить, потом Андрей. Объяснение с вас взять. Какое? По поводу потому что чего? Вы понятое, что вы видели, что мы все изъяли. А, это не вопрос, пожалуйста. Я просто знаю, как эти люди работают. Поэтому я сто раз видел. А я знаю, как такие вырубальщики, как ты, работают, да? Я сто раз ваше видео, что на канал подписался? А на канал подписался? 150 раз уже. Правильно, а просрочку еще продаешь тогда? На него. Вы же далеко не ушли. Я далеко не собираюсь. Ну, от нас еще никто не уходил. Я даже моя родная подруга боюсь. Больше не сходится. Да? А то отравите просрочкой, да? Нет. Или вырубите. Другое дело. А-а-а. Поэтому не... Я на следующей странице текст. Очень хорошо. У вас администратор кто? Вас участковый вызовет? Вот это вот все. Здесь изъят товар, он вам выдаст после того, как объяснение вам вас возьмет, примет какое-то решение процессуальное, потом вам все это туда распишет. Сегодня? Нет, не сегодня. Но этому уже хуже не будет все равно. Да, тут он уничтожению подлежит в любом случае. Даже на ответственное хранение. В любом случае. Да. Но для уничтожения мы же не сами будем уничтожать, издадим для уничтожения. Как вы думаете, девушка, не чувствуете за собой вину? Что детей-то травите? Не чувствуете? Вообще не стыдно? Не я там виноват, потому что просрочка у них. Что такое герой? Не хочешь, чтобы тебя родные-то узнали, что ты просрочки торгуешь, еще защищаешь эту деву? Или не защищаешь все-таки? А что от меня прятаться-то? От позора общества? Или все-таки не защищаешь просрочку, совесть-то есть? У меня совести давно уже нет. Что с ним? Жалко. Охренеть, одних уволили, которые тут человека чуть не убили. Вторых наняли. Тоже без совести, без всего. Опять пятерочка. Опять это же пятерочки. Избивали человека тут чуть ли не до полусмерти. Вот она опять отличилась своим умом и сообразительностью.
травят детей на этот раз. Печально. И совести нет, и ничего нет. Ну, а вы, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, поставьте видео лайк, нажмите колокольчик и подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-канал. Там таких экземпляров, к сожалению, много пока что. Когда их будет меньше, значит, что деятельность наша приносит какую-то пользу. Вот, не забудьте. Все, всем удачи, всем пока.